Друзья, привет! Сегодня 29 число, первый выходной день, 29 апреля. И начиная с переборки яблок, наше живое видео. Сегодня приезжали, очень помогли перебрать, но еще перебирать и перебирать. Здесь обшивается наш фруктодом. Очень красиво получается. Это кричит Сенька. А это Лёша. Здесь лук. Лука. А здесь Саша? Что? А здесь Лена. Вот они, спасители, ветка-заготовители. Нет, я видео плыву. Умонька. Умочка. Ты тут. Он здесь Сашу маленьких медведей забирает. Как раз группа в комментариях пишет, вот как чисто. Вот благодаря кому чисто. И убирать каждый день будет чисто. Да, или да? А я дальше плыву. Лёша Валерия ремонтирует. Дальше полетели. Сегодня у нас волонтеров очень много. Спасибо большое. Помогают по всем, с чем только можно. Яблоки перебирать, ветки заготовлять, опилки фасуют. И очень-очень-очень много всего. И вот самая большая, самая тяжелая помощь. Вот она впереди. Ребятки, я с видео плыву. Вот она. Ох. Целительные болота. Вон Люма сегодня добрая. Люма никого не обижает, да, Люм? Молодец. Вот, как раз все тает. Вот она, весенняя грязь. Получается, больше нескольких десятков телег. Значит, под сотню в одном только вольере. Да? 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 Вот. Она не перепрыгнет? Нет, она сегодня добрая. Она только хотела побить двух человек. Да. Да, вон остальные нормально. Фейс-контроль прошли. Ой, злое лицо. Так что сейчас очень-очень много в центре работ, с которыми помогать нужно. Просто гигантское количество. Снег сходит, это уборки. Начинается как раз сейчас свежие ветки с почками, ветки заготавливать. Яблоки, спасибо, нам дарят, их перебирать нужно. Опилки привезли, опилки фасовать, картонные коробки, которые после фруктов остаются. Их тоже собираем, их нужно носить в корпус, складировать. В общем, очень-очень большое количество работы. Вот она красота. Вон ребята веток наготовили.
Уже два пакета единственное съели. Сейчас еще ребята заготавливают вовсю. Вот вкуснота, которую нужно заготавливать нашим копытным. Где они? Вот они все. Жвачки жуют. Вот кого в моем видео Саша попала, Алис не попала, Алис теперь попала. Да. Чем помочь? Детей куда-нибудь тоже. Да, ну не сильно. Ветки, наверное. Давайте. Так, секаторы. Секаторы вот там на столе. Перчаточки тоже. Там сейчас ребята ходили, там не, ну, не то, что даже не очень грязно, там вообще не грязно. Уже. Грязно только там в целительных грязях. Так, вот здесь перчаточки. Вот эти вот, которые козьи ива ветки. Там за остановкой, которые. Это ребята вот 6 мешков заготовили, может, 2 съели. Вот такие, как в пакете. Прямо за остановкой, которая вот напротив. Вот такие вот, как в пакетике. Через трассу перейти, прям за остановкой. Вот мешки здесь. Да, вот. Вот для нее. Да, вот такая вот красота. Пиво! Ну что, друг мой, как картон наш поживает? А я, видишь, видео сделаю, маленький видеофильм. Пойдем, покажешь мне, расскажешь, что ты делала. Сколько картонных коробок расплющила? Много. Их очень много, да, было, что... Молодец, маме помогаешь. Девочки, я видео пишу. Кто в грязюке, кто в пылище. Я сейчас подхожу, у меня на голове кусок сена лежит. Ну да. Видео пишу. Всех помощников. Сказали, много картонок расплющили, да? Ну да. Ну картонок очень много. Молодец. После вторых майских нас заберут. Ты? Одна? Нет, мама. Ой, сколько ты прям картонок. Посмотри, ты к картону подойдешь, картон выше тебя. Сколько картонов? Спасибо. Ой, здесь уже. Ой, молодцы с мамой. Прям неожиданно молодцы, да? Все, энергии не осталось. Пока-пока. Вот, опилки для кого фасуются, чтобы вольеры чистые были. Яблочки для медведей режутся. Спасибо, зрение надо в бетон, поэтому... А я видео хожу, у нас живое пишу. Да? Спасибо большущее. Спасибо вам, постараюсь еще к вам приезжать. Вы с девчонками молодцы, я посмотрела, столько прям картона горы. Спасибо еще. Давай, пока. Лосяшки, вон, и для вас в том числе веточки режут. Да, вон Саша с Олесей сейчас с детишками пошли. Саша с Олесей наши постоянные по югу города области автоволонтеры. Успевают еще и помогать. Так что вот, немножко хаотично видео получилось, но поскольку столько работ, что все немножко хаотично. А что вот, вот такие нам Светлана яблоки прекрасные подарила. Получилось, за месяц у нас больше 5 тонн привезли. Вот тоже яблочки хорошие, есть немножко плохие, поэтому и нужно их как раз перебирать. Вот такие красивые. Вот такая красота. Вот он, фруктодом. Красивый какой. Был прям вот отлично функционально, сейчас еще очень красивый. Вот. А вот на вас я и завершу, друзья.